Сейчас мы стоим на легендарном Емелинском покосе на самой горке. Сверловчане, ревдинские, блин, все раньше тут ловили, все старики. Листвянка шикарная тут. Но такая высокая. Практически сейчас нет места здесь для присады нормального. Мы с Ричардом ездим сегодня, ищем место, где половить щуров. Пока нигде что-то нам не нравится, не остановились. Мы долго лазили с Ричем по разным тропкам и вот решили остановиться здесь. Вот такое вот место. Протекает речушка небольшая между двумя покосами. Покосы не кошены. Сейчас никто не косит ничего. Вот здесь мы воткнули сетку. Снимаю новой камерой. Камера исключительная. Приближает. Просто изумительно приближает. Намного лучше, чем та моя старая, чем мой старый Panasonic. Приближает очень сильно много. Вон она, речушка. Протекает. Вот здесь вот одну сеточку сегодня я на пробу поставил, как оно будет. Спуск, в принципе, есть. Посмотрим. Завтра приедем утром и посмотрим. Да, Риченька? Ну что, Ричи, прилипли мы с тобой? Туда пролезли, а обратно взяли и утонули. И никаким домкратом тут нам не поднять. И лопату я не взял с собой. Ну что, красавчик. Вот мои спасители. Спасители мои, пацаны. Приехали. Дима, сейчас поснимаешь, ладно? Этот впечатляющий момент. Так, этот тросик надо, где он? А я же его уволок уже, что ли, его? Да, я его уволок.
газовать, он тебя не чувствует. Да, все, бля. Банка только целый, нет. Да что ж это будет, да? А? Он уже сколько видел этот банк. Снизь это. Привет, парни. Ну что, поехал сегодня на разведку со Щуром. Думал, проеду, не проеду. Сеточку там поставлю. Где-то место себе выберу, поставлю. Сеточку там туда-сюда. Ну, в общем-то, все поставил, все. Обратно стал выбираться и врюхался в болото. Врюхался в болото. Сидел там почти весь день. Потом меня выдернули, слава богу. Но порвал передний кардан. В общем, есть щур или нет, не знаю. Ну так, пока ставил сетку, слушал лес. Не видел, не слышал. Но он первый разведчик и идет же, он идет тихо. Возможно, если бы были приманные или там монок, узнал бы. Ну а так, снегиришка летает, чечеточка. Клеста практически не слышно. Нынче у нас нет шишки. Ну, в общем, полный день приключений. Полный день приключений. Завтра машина в сервисе. А послезавтра рванем за щурами. Рванем за щурами. Место я нашел. Ну все, пока.